Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я бы вам хотела показать два сорта лилий. Мартагон Альбум и Мартагон Хамелеон. Вот это Мартагон Альбум. Довольно редкий сорт. Лилия прекрасная. Она высотой бывает до 1,5 метра. Цветоносы у нее крепкие, прочные. Подпорок не требует. Смотрите, какая она красавица, кудрявая. А вот это тот же самый сорт, тоже Мартагон Альбум, но она почему-то не такая кудрявая, и цветочки у нее расположены на большом расстоянии. Вот, значит, все цветочки направлены вниз, они имеют челмовидную форму. У них очень красивые тычиночки ярко-желтые. Вот это лилия. На ней до 50 цветков. Вот этот Мартагон Альбум у меня зацветает самым первым из всех лилий и первый из мартагонов. Мне очень нравится, что у нее очень приятный аромат. Сильный довольно-таки. Вот сейчас в эту жару я ощутила, когда мимо проходишь вечером, очень сильный аромат ночной фиалки. Если вы собираетесь приобрести такие лилии, то наберитесь, пожалуйста, терпения. Я их посадила в 2015 году. Зацвели они у меня 2 года, может быть, даже 3. И второй год, вот, который я посадила, они даже не вылезли. Надо обязательно там поставить какие-то колышки. Прошла неделя, и расцвела лилия Хамелеон. Это тоже мартагон такой же высоты, с очень приятным ароматом, как и предыдущая лилия. Цветы у нее тоже опущенные вниз, они немножечко покрупней, такого розово-желто-оранжевого цвета в крапинку мелкую. Форма цветка тоже челмовидная, опущенная вниз. Листочки у всех мартагонов расположены как бы ярусами, похоже, как будто юбочки, надетые на стебли. Листья совсем не похожи на листья других лилий. Мартагоны любят расти в легкой полутени. Они любят плодородную, слабокислую почву, увлажненную, но с хорошим дренажом, чтобы не было застоя воды. Вот эта лилия Альбум уже отцветает. Особенно первая кудрявая быстрее отцвела. Она первая зацвела и первая отцветает. А эта вон красавица какая, покачивается. Мартагоны любят долго расти на одном месте. Пересадки они не любят. Если вы хотите размножить мартагоны, то лучше всего собирать семена и потом сеять их. Вот я так и поступила и сняла ролик о том, как я семена положила в мох сфагнум для того, чтобы образовывались лилии маленькие. Я надеюсь, что семена прорастут, я их посажу в грядку на доращивание, и потом у меня из этих деток получатся полноценные лилии, луковицы лилий, мартагон. Вот все, что я хотела рассказать про эти лилии. Скоро будут цвести азиатские гибриды, потом ла-гибриды, потом ОТ-гибриды. Заходите на мой канал, будем вместе любоваться их цветением. До свидания, дорогие друзья! До новых встреч!